Всем привет из Сочи, непосредственно из Черного моря. Сегодня 21 августа 2023 года. Пляж Маяк в самом центре. Рядом в самом центре города. Рядом морской порт сочинский. Позади меня там концертный зал фестивальный. Погода в Сочи нормализовалась. Уже и намёта нет, ни какие-то стихийные бедствия. Спокойное море, парная вода, просто супер. Температура, ну, я думаю, так, за 30, там, ближе к 35. Вообще здорово, просто супер. Самая такая комфортная погода вообще для отдыха, для пляжа, для купания. Шикарно просто. Много отдыхающих в Сочи. Но время сейчас здесь как полудня уже. Пора, как говорится, от солнышка-то прятаться, да, чтобы не сгореть, не получить солнечный удар, но все равно самые смелые, отчаянные продолжают купаться, искаться, загорать, получать от жизни удовольствие. Так что все здорово. Сочи, Краснодарский край. Замечательно. Всем большой привет. Все, всем пока-пока, ждите новых видео.